Юрий Сынько, чи можлива передача экстрасенсорных вминь, ведь одни ей людины до іншої? Да. Александр, пересвет. Огромное спасибо за ваши работы и то, что вы даете людям. Благодарен вам, я смог избавиться за очень короткое время от гепатита и грыжи в желудке. Есть на руках анализы до и после. А врачи не могут понять, как такое возможно. И это уже тысячный раз. И вы правы, если человек не понял философию и не убрал с себя негативные стороны, то все будет работать с точностью наоборот. Вы совершенно верно подметили. Почему-то многие забывают об этом и потом удивляются, что не так. Недавно убедился на знакомых, которые этот урок не усвоили. Да. Я прохожу еще первые ступени, но возник вопрос. Хотел бы помочь другу избавиться? От очень серьезной алкогольной зависимости. Я не знаю причин, по которым он начал пить, но уже не может и дня без бутылки. Совсем молодой еще есть жена и дети. Посоветуйте, как можно быстро помочь на моем уровне. Складывайте руки и производите вымаливания. Также говорите: Мой друг и я мой друг и я, мы служим добрым богам. Он добрый человек, я добрый человек, я прошу за него. Я хочу добавить в его сердце доброты. Вообще, можно ли избавить человека от алкогольной зависимости? Можно. Найдите обряд, который есть у меня в Ютубе. Он так и называется: Андрей Дуйко: Как помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости? И я там даю целый ряд вот таких обрядов. Завтра я проведу Сангая. Скажите мне, и вместе мы поможем.